тебя как раз прицепу месяца длинная. Ну да, и платформа. А потом за средними, ой, за короткими бревнами сгоняй. Только на той карте, да? Да. Ну смотри, а можешь как сделать? Отвести средний, а вернуться в гараж, взять под бревна, под короткий, и потом с прицепом сюда переехать. Ну, возможно, так и сделаю. На вокзале у нас досок случайно нету? Не знаю. Вроде метки не было. Потому что вроде на вокзале что-то появлялось.
всегда, брат. Чё? А в гору подняться не может. Это Татра, блин. Ой, не Татра, тайга, блин. С длинными досками. Первый на второй переключается и встает. Поэтому я езжу на Камазе. Через это, где же до вокзал, отсюда поехал? Да. Смотрю, что поеду, еду, тебя нет на встречу. Потому что, мне кажется, я там в горку бы вообще не поднялся.
уже на ту карту их? Ну, почти. Теперь вижу. Забрал доску. Нет, еще. Сначала забрал, но потом доску. А, вон так. Ну, а когда прицеп гружен, а автомат пустой, тяжко. Понятно. Лучше наоборот. Thank you.
Может, у тебя опять махинация получится? Какая? С коротким бревном. Быстро-быстро. Не знаю. А если не получится? У меня все равно поеду. Я знаю, ты предлагаешь, чтобы ты не ехал. Да нет. Вдруг. Я могу не пробовать, так. Да попробуй. Может, они вот эту махинацию исправили. Может.
Наверное, обратно едешь. Ну, уже погрузился, да, выехал. А, вижу, стрелочка бежит. Бежит. Это громко сказано, ползет. Бежит. Тут бежит, еле по две двигатели продолжают. Заправлять не надо? Ну, 130 литров, я думаю, до туда хватит, до той машины. Еще далеко? Ну, уже почти.
к заправке подъезжаю. Да нет, топлива хватает. Там же была фура. Вначале. А я решил рискнуть. Ага. А если бы не хватило? Ну, блин. Как это не хватило бы? У меня было больше 100 литров, когда я в тоннель переехал. По-любому бы хватило. Случаи разные бывают. Я не знаю, что должно произойти, чтобы, блин, не хватило. Что вот я сейчас сворачиваю на заправку, у меня 85 литров. Ну как с водой тоже, раз, бах и ноль. Там одномоментно. Ну бывает, можно и бак пробить. Что, подождать? Да нет, пробуй загрузиться. Мне ехать тут попробовать переплыть. Напрямки. Пробую переплыть напрямки. Там, где мы переворачивались тогда? Да. Ну подождешь там. Ну и на это. Это где? А уже да. Перед самым домиком спуск и поворот. Не получилось. Лег что ли? Не. Че это? Химичить. А, ну, значит, исправят. Да может просто не получилось. Ох, ты через эту заходил. А я сейчас попробую проехать, не знаю. Не, я не вижу, через тот туннель. Да.
Главное не утонуть и не перевернуться. Да-да-да. Говоришь? На том берегу бочки с химикатами. Да, он мешается по дороге. А, на этом тоже. Угу. Вот мимо нее проезжаю. А да, ну я пока не. Направо. Да, направо. Что-то у меня музыка пропала. А, не играет. Я за какую-то уже здесь музыку предупреждение получил. Около какого-то домика проезжали. Давай. Это сейчас здесь, налево. Да-да, между березок. Что-то я поиграл в панк, киберпанк, он мне не понравился. Почему? Да что-то больно скучная игра. Когда что-то прокачиваешь, он что-то больно быстро и резко бегать начинает. И начинал ты это, и когда потом времени не было, и так и так. Ну, первый раз я начинал, я получил вирус какой-то. Потом у сеструхи взял аккаунт, ну как это, общий доступ сделал с ее аккаунта, и вот скачал со Steam. Поиграл, но не понравилось. Куча ненужного оружия там постоянно собирается, которое надо продавать. А он 7 Days My Game тоже самое куча оружия, которое либо разбираем, либо продаем. Какой-то этап завершил. Что-то впереди, не в ту сторону пошел. Не, в ту сторону, в ту. Мы тогда вот здесь ехали, ближе к доме. Да, я вот здесь сейчас проеду. Деревья там не мешают? Нет. Слышу. Эта техника только где не лазила. Помеж деревьев, по горам. По льду топтал. Только плохо у нее этих нету, как и... Цепей, да. Если бы были цепи, вообще было бы шикарно. Елка мешается тут. Еще и лодок накидали. Я еще прицеп отодвинул.